Приветствую вас и всему виной негативные ассоциации, которые у вас связаны с мамой. Негативные ассоциации могут иметь самые различные причины, начиная от детско-родительских отношений, заканчивая ее поведением, но вне зависимости от того, что они значат, эти негативные ассоциации у вас имеют очень сильное влияние на вас. В результате этого вы и испытываете такое вот ощущение, когда вам звонит ваша мама. Значит, нужно понять, что она сделала, что породила такие ассоциации, что их вызвало. И далее, после этого, постараться осмыслить, проанализировать поведение вашей мамы, переосмыслить себя в этом поведении, переосмыслить роль свою в этом, опять-таки, поведении, для того, чтобы понять, почему мама так поступала, что ей двигало, и тогда ассоциативный ряд будет разрушен, и вы можете свободно, спокойно с ней общаться, прекрасно понимая, почему она так себя ведет, что ее заставляет, что ее двигает и так далее. То есть для освобождения от модного состояния нужно понять его причины, а понимание причин возможно только через анализ. Поэтому вам желательно выбрать эксперта на нашем ресурсе и проработать свою проблему более подробно, если она вам мешает, ну, нормально осуществлять свою жизнедеятельность. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.